В Алданском районе началась подготовка к году экологии. Напомним, что под этой эгидой в стране пройдет 2017 год. Какая работа по охране окружающей среды сейчас проводится в районе, расскажет Татьяна Вахнина. Планы на наступающий 2017-й в зале администрации муниципального образования Алданский район обсудили главы поселений, депутаты, руководители крупных предприятий и сотрудники различных отраслей. Следующий год в России пройдет под эгидой экологии. В Якутии он объявлен годом особо охраняемых природных территорий. Алдан с рабочим визитом посетила делегация Министерства охраны природы республики под председательством первого заместителя министра Семена Яковлева. План, который приняли муниципальное образование Алданского района, мы послушали. Вот этот план мероприятия, оно охватывает весь район. Имеется вот защиты охраны окружающей среды. На территории Алданского района реализуется комплекс мер по охране воздушных, водных и земных ресурсов. Большая работа проводится по ликвидации несанкционированных свалок. Специалисты Алданского комитета охраны природы не могли не отметить, что наиболее ощутимый урон окружающей среде наносит одна из крупнейших хозяйствующих компаний, которые ведут деятельность на территории района. Мы берем с 200 точек каждый год. 4 раза в год пробы воды и атмосферного воздуха. И, естественно, есть вопросы с такими предприятиями, которые мы ведем работу через Росприроднадзор, Роспотребнадзор, через прокуратуру и внеплановых проверок. В рамках визита делегации прошли рейдовые мероприятия. В школе с углубленным изучением отдельных предметов состоялся экологический урок для учащихся начальных классов. Для общественных инспекторов был проведен обучающий семинар. В год экологии работа всех структур будет вестись по различным направлениям. Татьяна Вахнина, Сергей Шупачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.